Председатель Нацбанка предостерег тех, кто пытается нажиться на колебаниях курса валют. Как заметил глава регулятора, текущая ситуация достаточно благоприятная. Уровень цен на энергоносители растет. Это означает, что валютная выручка, которая поступает в страну, будет увеличиваться. Стабильная ситуация в странах-партнерах Казахстана. Так что опасаться валютных скачек, по крайней мере, так заявляет главный банкир страны, не стоит. Я еще раз хочу повторить, для граждан и для предприятий, которые на этом рынке пытаются заработать, мне кажется, вот мы это неоднократно повторяли, нет смысла в момент изменения обменного курса бегать в обменные пункты и пытаться на этом заработать, можно и проиграть. Потому что обменный курс, я еще раз говорю, макроэкономическая ситуация хорошая, мы считаем курс тенге переоцененным, и это означает, что вполне возможно, вероятно, что он может и укрепиться. И поэтому те люди, которые сейчас покупают валюту, будут в проигрыше.